Here we go. Hello. Привет, мы находимся в Red Martin. Это здесь пиво делают. Посмотрите, какие у меня пиво. Покажи, шоу. Разные пиво. Гляньте, какое черное пиво. Как лекарство. А кто пил такое пиво? Кто пил мое пиво? Я сейчас дам тебе бурсу. You okay, Joshy? I don't think so. Это пиво, у каждого пива свой номер, свое описание. Короче, мы пришли в пивную. Say something for the people. Все разное, абсолютно. Разное пиво. Не пикай. I think you're drinking all of Vienna's beer. Доброе утречко. Я хотела с тобой в теннис поиграть. Настольный. Ёлки-палки. Давай, я же не возражаю. Гляньте, как наш мой бывший муж, как он нас чествует, какими салатами. Бывших мужей не бывает. Слушай, а Лена спрашивает, а ты что, случайно с Риком не это? Я говорю, ты что? Я... Не, это совсем. Чисто по-дружески. Правда, народ подумает еще что-то не то. Ну а что? Stop. Never. Never. Помогай. Как ты меня забодала. Гляньте, какой здесь делаем, какой мы сделаем цветник. Я привезла две розочки из того дома, где я живу. Вот здесь делаем цветничок. Вот такая вот красота у Рика сейчас бушует. Слушай, на траву стань босиком. Какая сказка. Просто мечта. Женя, как мальчик 25-летний, прыгает, скачет. Слушайте, красота. Покушать здесь завтрак из этих фрукточек с йогуртиком. А потом босичком по траве. Вот так. Молодец. О, какая красота. Надо бы в следующий раз приехать, да помочь. Понасажать сюда, попересадить лилии. Перед домом там лилии. Они совсем света не видят белого. Не растут. А тут вот как раз грядочка. Вон земли привезли кучу. Слушайте, как заросла. Это называется shed по-английски. Здесь хранятся всякие инструменты. Так мы говорим, это сделаем маленький домик здесь для гостей. Все освободи там. Сделай домик. Это вот это рододендрум. Да, я смотрю, нагибается очень легко сейчас. Кто? Рик? Да. Это хорошо. Ну, он похудел, он использует эту систему. Как она называется? Ну, спина же у него болит. Да. Это Perfect Protein, да? Это система. Идеальный протеин называется она. Не пойму. Смотрите. Играет Рик. Сейчас я покажу его офис. Это его... Здесь его рабочие работают. Energy, huh? It's my little workout. Little workout. Он говорит, я так работаю, так это спортом занимаюсь. That was my favorite instrument. Any club was that? We used to go. Yeah. Yes. Она говорит, она когда была подростком, она обожала. И у нее были два бойфренда, которые именно играли на барабанах. Wow, good job. Он говорит, это мой workout. Yeah. Вон до сих пор фотографии наши с ним. Держи здесь. Мы встретились в Амстердаме. Знаете, где мы находимся? Моя любимая Квина. Гляньте, какой здесь народец. Я не имею права их снимать. А что будет? Нет. Да. Я уже сказала. А она сказала, вон там за Женей. Что? С голыми жопами страшно, не купаются. Они на нас смотрят сейчас? Нет, они друг на друга смотрят. Покажи. Не надо.
хорошо. Вот там вот нельзя. Нельзя? Нет. А что, куда? Там туда садим, ты не будешь. В общем, вот такой пляж. Очень красивый. Вы прошлись, прямо душа обновилась. Все остальное, все обновилось. Все? Какая-то какая депрессия, приходите к океану, пройдите. Будет еще больше депрессия. Все уйдет, нет, все уйдет, вся депрессия уйдет. Да, окей, все. Покажи скалы, скалы, и нас на фоне скал. И нас на фоне скал. Раздевайся. Раздевай. Медленно, очень медленно. Смотрите, какая у них здесь. Закрываются они здесь. Они все так делают. У них здесь это, как это называется, кабинка или как, я не знаю, домик они себе построили. Вот наши красивые, прекрасные дюны из глины. Слушай, ему лет уже под 40 у этого дяденьки, да? Сколько ему лет? Лет 60. Ну, лет 50. Не, больше. И вот это вот, да. Вот это вот он стал. Обнаженная Маша. Лен, нравится тебе здесь? Красиво, видишь как? Сказка. Сказка. Какая красота! Вау! Thank you.